Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Summoner Storm. Кстати, у нас скоро будет 11 уровень. Нам осталось всего лишь 80 очков набить, и все, дело в шляпе. Так, что у нас тут? Сундук открываем. 25 монет. S. Нормуль. Так, кристаллический портал, фигня. Грута, фигня. Ван Мстительный, тоже фигня. И Рам. Не очень, конечно, я доволен. Так, ставим на разблокировку. Что у нас тут? Сундук, опять я забыл зайти, ё-моё. Всегда перед тем, чтобы снимать видосик, обычно я, ребят, ну, по крайней мере, я делаю так в Юрском парке. Я открываю все паки за рекламу, которые там есть, и потом уже начинаю, как говорится, записывать ролик. Здесь также нужно делать, потому что здесь сундук, все-таки деньги, те же самые кристаллы. Это все нужно собирать, не сейчас же это делать, согласись. Ладно, я уже потом за кадром сделаю. В общем, сегодня я планирую взять 170 уровень и перейти, естественно, на следующую главу. Так что, надеюсь, ребят, нам повезет здесь. И первый поединок, в принципе... Ох, тихо-тихо-тихо, подожди, у нас здесь S, и команда у меня заточена для арены. Я потому что на арене был, набивал сундуки, как ты видишь, да? 4 штуки у меня их было, я их все ячейки забил. Так, а тут надо менять. Вопрос. Вопрос возникает. Что нам взять? Два танка. Так, а у него команда на скорость, по-моему, да? Я так понимаю. Слушай, хотя... Хотя, давай попробуем. Да, у него есть травница 18 уровня. Не знаю даже, что и сказать. У него молния. У меня бегун, у него есть грута. У меня есть яд, у него молния. Ну, посмотрим, что интересно будет мощнее. Но у него гром посильнее S. Блин, вот в чем проблема. У него есть S. Так... А S мы все прекрасно знаем, на что он... Так, давай, наверное, вот так вот сделаем. А вот, ребята, и гром вышел. Ну что, давай бросай. Да будешь ты бросать-то сегодня. Не-не-не-не-не-не-не! Ай-яй-яй. Он сейчас меня достанет, друзья. А почему достанет? Потому что S у него 20 уровня, как-никак. Это довольно сильный противник. Плюс гром у него 20 уровня. То есть... Ну, давай скажем честно, что шансов у меня здесь нету. Ладно, пускай побеждает. Ну, мы можем сдаться, конечно, но... Так уж и быть. Пускай добьет. В общем, колода у него здесь на скорость. Я предлагаю сделать следующее. Раз у него на скорости, нам понадобится пиратка, это раз. Ставим сюда. Как раз против Эза вражеского. Не забывай, что у него есть молнии. Плюс нам, наверное, понадобится Спартакус. Да что ж ты не выбираешься? Берем его. Стрелок, я думаю, вряд ли здесь нам зайдет. Наверное, нам выгоднее взять все-таки. Хотя, блин, его молния подобьет моего бомбардира. Эза не вижу смысла брать здесь. Так, прокачать что ли нам некроманта? Ну он слабенький, ну что это? Ну атака 88, ну это смех. В общем, пиратка, стрелка, наверное, нам надо поменять. Поменять на какого-нибудь дальника. И желательно, чтобы этот дальник был, ну так сказать, крепким. Чтобы когда проливают яд или молнию, он не погибал сразу же. Ну таких дальников практически нам не найти. Таких нету. Единственное, что я могу взять шамана вместо стрелка. Почему шамана? Ну у шамана, наверное, атака будет массовая, то есть он попадает, он наносит урон сразу отряду. Так, S, пиратка. В общем, давай смотреть.
Против Эза сразу же, ребята, выходит пиратка. Тут понятное дело. Даже я больше уверен, что он сейчас сразу применит молнию, чтобы ее уничтожить. Мы только лишь проверять будем с тобой эту теорию. Да чтоб тебе. Ну-ка давай. Так, а теперь нам нужен с тобой гром. Во! И еще творит. Вот об этом как раз-то и речь идет. Пиратка должна сейчас, ребята, здесь разрулить. Но отравление. Угу. Шаман, где ты, блин? Ты мне тут необходим. Воу-воу-воу-воу. Ты глянь. Так, у него молния, надеюсь, там не созрела. Ага, ага. Не успел, да, захилять. Так, смотрим. Ну, шаман, ты... Все, отлично. Давай, 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 давай. Угу. Да ты серьезно сейчас? Да пошел ты знаешь куда, а? Хмырь, блин. Ну ты смотри, что творит. Да, друзья мои, да, вот так вот. Офигительно он читернул. Просто читернул, прикинь. Я практически уже его нагнул. И надо было вот ему так сделать, чтобы... Так, шаман остается. Сейчас, сейчас, сейчас что-нибудь придумаем, ребята. Раз так, Никонайт, может быть, заклинашку взять? Хотя я не вижу в ней смысла, в этой заклинашке. Я, наверное, все-таки возьму еще стрелка вместо... Блин, паршивые молнии его бесят. Давай, наверное, вот так вот все-таки сделаем. Возьмем с тобой скорпиона. Он все-таки пробивает через весь ряд. Как ни крути. Шаман, гром. И, возможно, я ядом практически не пользуюсь. Давай мы вместо яда возьмем... Хотя, подожди, там же у него... Это шаманка или как ее там звать? Давай вот так, наверное, сделаем. Травница, да, травница. Она бесит меня. Можно, конечно, было бы взять и Эза. Можно было бы взять. В принципе, нам бы никто в этом не помешал. Но почему он отравляет-то так далеко, блин, а? Где там у тебя гром? Вон он явился. Будем его уничтожать, ребят. Смотри, 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 что делает. Давай, шаман, выходи. Так. А у меня нету, да, заклинашек? К сожалению, пока. Ну? Гром, давай, выходи. Гром, бросил, молодец, красавчик. Пиратка. Отлично. Давай, 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 двигаемся. Еще шамана позовем. Так, Спартакус побежал. Да что у него там за, блин, за молния-то такая, которая фигарит, фиг поймешь, как, блин. Скажи-ка мне, блин, на милость, а? Че это, блин, за дела? Че за молния у него там, блин, офигенная, блин? Что моих танков из имени всех уничтожает? Всех вообще, понимаешь? Всех бомбит. Я
Я просто в шоке, блин. Ребята, я просто в шоке, вот серьезно тебе говорю. Я сейчас гляну, что у него за молния. 18 уровень молнии, да не может она так уничтожать всех, вообще всех моих, вот всех юнитов. Не может. Хорошо, вместо Эза берем тогда... То есть вместо... Подожди, а вместо кого я хотел? Вместо, наверное, нет, шаман нам понадобится. Да, в принципе, команда идеальная. Ну, давай поменяем с тобой стрелка, возьмем молнию. Потому что у него много там бегунов, всякой чепухи. Или даже вот так сделать. Вот, так даже, наверное, будет эффективнее. Сейчас проверим. Так, он выпускает первого Эза, да? То есть мы выпускаем с тобой ракетчика. Он, по идее, должен сразу же уничтожить Эза. Чтобы он как раз нас не травил. Плюс пиратка. Ага, он уже вызвал грома, да? Ну вот, гром начинает, короче, тут наяривать. Допустим. Видел? Ну ты видел, что он сейчас вытворяет, а? Я понял, кажется, в чем проблема, ребят. В Груте. Грута ускоряет команду вражескую. То есть из-за этого он быстрее к ней бежит, поэтому... Блин, подожди, поэтому возьмем мы с тобой замедляшку. Или молнию, или замедляшку. Тут одно из двух. Так, где у нас... Молния... Подожди, а мы разве Груту сможем с тобой подбить? Через молнию? Не знаю. Но бегунов точно сможем. Это я тебе гарантирую. Давай вот так вот сделаем. Обалдеть. Захотел я быстренько сегодня рвануть. Блин, это еще травница паршивая 18 уровня. Тоже раздражает. Тоже очень сильно раздражает. Угу. Хотя бы сделаем так. Ну зачем ты всех в кучу-то, блин, берешь? Ну господи, ну... Ну Рэй, ну нафига, ну... Ну вот, вот и прилетели, называется. Всех в кучу собрал и всех отправил на меня. Значит, мы с тобой молнию применяем уже. Подожди, а почему против... Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Это же арена. Ну это-то зачем, а? Ты серьезно, блин? Какого уровня там? Пиратка была какого? 10 уровня? Вы Это что за... Что это вообще творится? М? Пиратка 10 уровня. Ты где ее нафармил? Погнали. Мне все-таки здесь интересует больше. Кейси, 11 уровень. Блин. Как же сделать-то так, а? Чтобы... Надо вызвать грома. Как он это делает? Нам также нужно делать. Плюс брать, наверное, ракетчика. Так, сейчас мы будем его отталкивать, по идее. Оттолкнул, называется. Так, он сейчас вызовет Гретту, поверь мне, которая будет ускорять.
А вон они уже бегут. И достаточно было одной бочки, чтобы нас снести. Как он держится за этого грома, а? Ты посмотри. Просто держится за него зубами. А мне нужно его, наоборот, уничтожить. И как можно быстрее. Слушай, сэр Шип, а ты мне в этом случайном деле не сможешь помочь? Или кто? Ну да. В принципе, она могла бы, наверное, меня здесь подсобить. Но я, опять же, пробую свою старую школу. Он же специально... Подожди, это арена, не надо. Не надо мне арену. Он специально выжидает тот момент. Вжухивает свою молнию против моих всех дальников. А там у меня и шаман. Там у меня все абсолютно стоят. Так, мы пока тратить не будем. Смотри, 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 что. О, у него уже массовая атака, насколько я помню, да? Проверим. И пламя мое вообще не может ничего сделать. Меняем пламя тогда. Меняем пламя на что? На яд? Слушай, а может быть нам на хил? Помнишь, мы как-то с тобой за счет хила выкручивались? Нам, наверное, шамана надо поменять. Шамана. Если менять шамана, то на что? На Эза? Кстати, в принципе, можно. Пускай у нас С не такой прокачанный, как у него 20 уровня, но он быстрый юнит, да, и будет мешаться у них под ногами. 15-й тоже сгодится. Ну-ка. Отравление будут получать. И быстрее будут отдупляться. Тем более против пирата вот этого Моргана. Да, я думаю, что так будет, наверное, лучше всего. О-о-о, видел, что творит? Отравили. Ну, допустим, он вызвал уже, да, этого Ахламона. Как мы видим. Давай, беги, спускай, он там потратит свою бомбочку. А мы с собой отхиливаемся. Ну, естественно, сейчас будет молнию тут бомбашить, как всегда, да? Да ну, я глазам своим не верю. Неужели за счет отхила мы вот так вот с тобой разрулим? Ты прикинь? Стоило просто отхилять армию, и все. Сколько нервов, сколько всего, а? Опа, паук, друзья мои, паук, обычная карта, плюс опять же болото. Умножать ничего не буду. Так, двигаемся дальше. 167-я миссия, здесь кто у нас? Ну, слушай, да практически та же самая команда, что и была, да? Один в один. Ну да, один в один, я никаких изменений вообще не вижу. Ладно, давай так сделаем. Вначале идет пиратка. Потом танк. Здесь, естественно, захиливаемся. Только отхил этот мне здесь не помог. Я немножко, по-моему, лопухнулся здесь, да? Угу, молнию применяет. Так, сейчас посмотрим, кто кого. Отдуплилась у него, короче, это шпана. Давай, 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 давай. Отлично. Да та же самая команда, ребята. Тот же самый у меня, как говорится. Как тебе назвать-то это? Та же самая комбинация, короче, разруливает здесь ситуацию. Ты посмотри. Опять же на отхиле.
Делаем вот так вот. Да, и все. И, грубо говоря, ему кранты. Вообще ничего не сделает. Ну что же, прекрасно. 41 монета, 20 опыта. Моряк Морган. Священный свет. И тотем. Так, 168-я миссия. Слушай, в принципе, как и тот уровень, один в один практически, да, похоже. Но здесь есть некоторые отличия. Гром у него еще сильнее, теперь 23 уровня, он до этого-то был не кислым. И плюс у него скоростная, полускоростная команда, значит так. У него яд еще, да? Яд. Давай Эза, наверное, тоже позовем. Бумс. А вот это вот не есть хорошо на самом-то деле. Вообще нехорошо, друзья. Ай-яй-яй, хиляем. Так, он делает яд. Прикинь? На яде мы спалились. Здесь бесполезняк. Абсолютно бесполезняк, потому что все-таки надо команду менять. Хил оставляем. Стрелок. Стрелка я вообще не успел вызвать. У него яд. Танк. У меня танк 16 уровня. Пум-пум-пум-пум. А что за паук? Что он делает? После смерти отравляет всех вокруг. И все? А, это еще и танк. Слушай, но по хпшкам он неплохо. Смотри. Отравляет всех вокруг. То есть и моих, что ли, тоже отравляет? 1230. Слушай, давай возьмем его, а? На пробу. Что он там из себя будет представлять, я даже не знаю. Поехали. Так, у него яд. Вот эти, конечно, очень тяжело контролировать. Особенно его нового алхимика 23 уровня. Я не знаю, ребят, вообще, как его можно тут пробить, если честно. Так, стрелка надо вызывать. Естественно, ему это очень не понравится, и он сейчас будет применять молнию. Вот. Слушай, не могу пробить вообще его, этого алхимика. Как быть? Он танк, алхимик, да? Получается, нам нужно с тобой кого? Вот, можем взять, в принципе, он... Быстро бомбит. Там даже стрелок мой не справляется, прикинь, с ивонным громом. С его громом у меня не справляется стрелок. Яд. Как это все, я не знаю, ребят. Враг, конечно, очень лютый становится. 23-й. То есть... Ну, трэш. Самый настоящий трэш. Давай-ка попробуем так, через яд. А сами будем залечиваться. Почти что-то получилось, но...
Это Вуду еще тут вышло у нас. Смотри, что творит, а. А яд у него, кстати, какого уровня? Мы не посмотрели. 5-го. А, у меня 2-го. Ну что, я тогда оставляю за собой право брать вот этих вот бойцов. У него скоростная команда, у нас тогда будет, ну опять же, яд дальнобойная. Контролировать его на ранних подступах. Если это так можно назвать, ранних подступах, блин. Куда тебя поставить-то, даже не знаю. Ну, давай здесь. Как у нас тут это все будет получаться? Пока даже не могу знать. Давай проверим. Настолько хороши у меня здесь будут. Так, а он сразу вызвал грома, да? Опа, и сразу же подбил их всех. Ед-то где там? Да ну, блин. Это бредятина, ребят. И сразу яд применяем, да? Сразу применяет яд. Может быть, нам тоже применить яд на самом начале, как только начинает они выходить. А, какой яд? У меня яда нету. Красавчик Рэй, у нас яда нет с тобой. Мы что-то тут думаем, мечтаем. Вот смотри внимательно, он вызвал грома. Вызываем шамана. Яд, да? Вот он сейчас влепил яд. Да ёпарасы ты, ну что ты будешь делать со своим... своим ядом 5 уровня? Заколебает просто. Не то поставил. Это что, арена же, да? Это, ребята, арена вроде бы, или нет? Что-то я не врубился. Или это поменялся персонаж? Ну, враг, я имею в виду. Что-то я вспышку эту прозевакал, кстати. Ага. Он пользуется, ребята, тем, что... Или что происходит, я не могу понять. Давай беги уже, молокосос ходил. Вот здесь бы как заклинашечка бы, да, сейчас, ребятушки, зашла бы хорошо, а? А ее нету. Да что такое, он прессует меня. У него нету, есть яд. У него есть яд. Но это, по-моему, не та команда, которая была до этого. Что-то поменялось, по-моему, у него... Тьфу ты, я еще взял не ту миссию. Да ё-моё, давай поменяем тогда с тобой здесь. Ага, мне сказали, фиг тебе, а не обмен. Фиг тебе, парень, а не обмен. Тогда берем яд. Яд. Вместо чего нам взять яд? Вместо Спартакуса?
Яд, гром, да тут все нужно делать. Яд. Вместо шамана что взять? Хил. Так вот пробовать. Ну это же бред. Он запинает меня. Он запинает меня, потому что я даже не могу алхимика разобрать. Элементарный пример. Я не могу разобрать алхимика. Все. Он вызывает сразу грома. Мы с тобой сделаем вот так вот. К примеру, да? Хоба. Теперь у него этот хлыщ еще мелкий бегает здесь. Посмотри. Вызывает он Вуду People. Ну ведь почти же, ё-моё. Да иди ты отсюда, зомбарыч, нечестно лезешь тут. А так было хорошо, ребята, а так было замечательно. Почти, почти справились. Может быть, это просто кажется, так почти справились. Но все равно, считаю, было классным. Блин, как же не хватает вот пиратки. Ну, она такая ватная, что я даже не знаю, ребят. Давай так вот сделаем, наверное, с тобой. Он, видишь, что делает? Яд выставляет. Гед вшивый. Выставляет яд. Тогда все-таки надо брать пиратку. Все-таки надо брать пиратку вместо кого? Я даже не знаю. Вместо хила. Нет, ну мне... Да куда ты, блин, да куда ты идешь? Зачем ты переключаешься-то? Я не понимаю вот этого. Яд, все. Большинство проблем из-за яда, ребят. Если так уж пошло. Неужели он сейчас переждет этот момент, пока мой там яд? Да. Он этот момент просто переждал. Ну какого же лешего-то, а? Лешего, слишком рано теперь бросил яд. Слишком рано я теперь им воспользовался. Ладно. Замедлим наш, так сказать, интервал. Пускай он пока будет отравленным. Вот теперь мы с тобой используем яд. Как раз мы его туда на яд отталкиваем, да? Ну почему, блин, ты так поступаешь-то со мной? Я не понимаю, а? Теперь он применил яд. Он как раз всех уничтожил и применил яд. СС мне здесь не помогает особенно сильно. Вот он его вызвал. Этого говнаря. Давай, 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 трави его. Сейчас он, естественно, выпустит яд здесь. А этот просто проминает всех. В воду бежит, блин. Мне нужен кто? Гром, по идее.
Или ракетчик еще один. Так. Я подожду. Подождал, блин. Давай, 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 иди, броди. Ты дичь. И все, я остался без танков, без прикрытия, без всего. Пипец какой-то, а. 168-я миссия меня просто выбивает. Нет, это, по-моему, не тот противник. 168-я миссия меня просто, ребята, выбивает из колеи. Просто выбивает из колеи. Причем конкретно. Яд. Давай поставим яд сюда с тобой тогда. Вот и пускай он там жарится в этом яде. Давай, 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 беги, охламон, сюда. Первый этот мелкий. О! Той же самой, ребята, монеткой нам отплатили. Все стоят как идиоты в куче там, правильно? Ему яд-то что не солить. 5-го уровня. Наверное, придется нам обрезочкой такой заниматься конкретной. Потому что, ну, здесь, ребят, столько поединков. Столько поединков. Только не надо вставать в кучу, пожалуйста. Вот, на расстоянии стойте. Нет, не идет так. Сделаем тогда, знаешь, что с тобой? Ну, если действительно взять, например, команду одних танков, к примеру, одних танков. Например, вот здесь. Тут поставить грома я все равно не успеваю заюзать. Ну, например, сделать вот так. Взять... вот этого, да? Ну, к примеру. Ребят, это все к примеру делается. Квек. Если мы его, например, прокачаем, он же сможет захватывать? По идее, как бы должен. Я не уверен. Давай проверим. В бой. Ой, тихо, не то. Не то, блин, да какое ты взял. Ну что это, блин, ну что это, ребят. Да, вот так вот расцвет сил сейчас нас поджидает на арене. Да, мне тяжело там выбиваться, но я ничего сделать с этим не могу. Приходится вот так вот драться. А, видишь, что вытворяет. Да, легендарные карты, они очень прожорливые, поэтому запинал я его здесь. Скоро-скоро вот будет уровень, но меня сейчас не это интересует. Меня интересует вот здесь вот. Как раз вот этого сейчас чудика мы будем с тобой вызывать против его танка. Так, давай, погнали. По идее, он должен справляться, ребят. Ну вот, вот ты видишь, чтобы он захватывал? Я вот не вижу в упор, друзья, чтобы он захватывал его. Оу. А я не думал, что он так бомбит по этим. Слушай, так это ж круто. Давай ты. Ай-яй-яй-яй-яй. Слушай-ка, тогда есть варик. Если вот эти вот хорошо так бомбят, да? Квек. Квека мы с тобой берем, потому что от него, ну, убедились только, что никакого толку нету. А вот от хил взять. Неужели я нашел ключик?
Или мне это только кажется? Проверочка будет сейчас очередная. Так, ну что, поехали. Очередная наша проверочка. Так, сюда мы яд сбрасываем. Блин, я опять поспешил, как всегда. Я, как всегда, поспешил в плане того, что яд применил не совсем вовремя. Точнее, даже не яд, а отхил. Отхил, да. Может быть, Сару заменить? Ведь мы же должны с тобой найти какую-то вот лазеечку. Рано или поздно. В плане! Фига, просто вкинул свою бочку, и все, и мои ребятушки отдуплились. Вот так вот сделал он. Просто бочку одну зашвырнул, и все. Просто бочку зашвырнул, да? Этот у нас будет с тотемами, но это все не то. Может быть, я уже пробовал все, и лучников, и шаманов, кого я только здесь не пробовал. Некро у нас слабый, он переманивать не может. Не может. Он меня давит чисто уровнем. У него уровень, ну, в разы, конечно, сильнее, чем мой. Пиратка тоже здесь не особо котируется, если брать по чесноку. Видишь? Вырубает. Он бросает свою бочку, и все, ребят, и нам крышка. И вот тут нас уже замяли. Тут он потом вызывает шаманку свою, вот эту вот, которую мы подбить не можем. Сейчас он бочку... Оп! И все. Что с этим громом делать, а? Что мне делать с этим громом? Брать чисто на стрелка, сносить его. Или как? Но здесь понятно, здесь мы с тобой сделаем вот таким вот образом. Для начала. Он вызывает грома, я стрелка позвал, к примеру. Опа, ты видишь, что он сразу? Он сразу применил яд. Египетский насос, а? Он стрелка моего просто боится. Просто боится и начинает применять яд. Ссыкунок, потому что 5-го уровня, к тому же. Пока тут танки разбираются между собой. Вызывает грома. Ну, смотри, сколько мы у него отнимем хп. В принципе, приличное количество отнимаем. Видишь, что он делает? Ё-моё, может быть, нам еще взять что-нибудь, какое-нибудь заклинание, чтобы... чтобы уничтожить нам грома. В принципе, только он нам тут смуту наводит. По большому-то счету, да? Попробуем так сделать. Поехали. Все остается в штатном режиме. Ну, стрелок, там все это, да? Сейчас вызываем нашего стрелка и ждем заклинания. Подбили, да?
к примеру. Давай попробуем. Да, ну... Трэш, трэшняк. Яд, что ли, еще брать? Ну, это уже чересчур, если мы еще с тобой яд возьмем. Это будет... Слишком шикарно для него, на самом-то деле. Ну, где мой стрелок? Вот он. Так, еще хуже получается. И сменить не могу этого противника. Понимаешь, может быть, скорпиона взять? Скорпион слишком медленный. Да не надо двоих только. О, хотя бы траванули здесь. А вот теперь можно попытаться, ребята, выбить. Попытался. Выбил. Слушай, ну в принципе почти уже получилось. Почти, ребят, там надо только немножко подкорректировать. Да не ты мне нужен, да что ты переключаешься-то мне на этот уровень-то все, а? Скажи мне на милость. Я, правда, забыл, какая у меня здесь тактика была. Так, выпускаем Эза, да? Выпускаем танка. Выпускаем стрелка. Сделаем так. И получается немножко бредовенько, да? Ну, поехали. Сейчас будем делать с тобой через что? Берем стрелка. Я знаю, что он будет выпускать яд. Уничтожили. Давай, трави их тут всех. Предположим. Так, теперь нам нужно, чтобы что сделать? Отхил. Получится там что-нибудь у нас? Что-то вроде как получается. Чего? Какие еще зомби, блин? Еще зомби каких-то повызывал мне. Зомби, слушай, тогда давай мы тоже, наверное, знаешь, что сделаем с тобой? У нас же есть эта Вуду? Или нету? У нас ее нету. Чего?
Ну давай ты беги, господи. Подбил. Сидит, что-то там думает, еще сопли жует. Гром, ты держись там у меня. Я сейчас попробую стрелка позвать. Ну. Что-то вроде, ребята, получается, вроде бы как. Не хочу, конечно, сглазить. Но, по-моему, здесь мне даже не верится как-то. Так, у нас стрелок, в принципе, готовится. Ты будешь бросать сегодня бочку-то? Есть! Ох, друзья мои, сколько усилий, сколько всего, чтобы пройти этот уровень. Ё-моё. Так, давай приумножать. 169-я миссия. Смотрим, что здесь. Погоди-ка, это же то же самое. Я точно туда кликнул? Туда. А теперь вспоминать давай, как мы здесь с тобой боролись, я уже забыл. По-моему, С бежит первым, да? Следом выпускаем танка. Потом выпускаем грома, по-моему, да? Так должно быть у нас. Выпускаем грома. Теперь что, стрелка, по-моему, мы с тобой применяем или как? Да, по-моему, что-то типа того должно быть. Ну, допустим. Ай, шаманка явилась. Да ну какого же лешего-то, а? Окей, допустим, так. Лечим всех наших бойцов. И все равно, ребят, не то. Что-то здесь не укладывается у меня почему-то. Почему? Что я не так делаю? Да вроде бы все так. Все как было, все и делается. А, все, я вспомнил, ребят, что мы делали. Мы с вами вызывали стрелка. После стрелка мы с тобой добивали его огнем. Да-да-да-да-да. А когда огонь применяли, здесь должен еще один бежать. Вот так вот. Здесь добивали. А дальше-то что? Да ну. Неужели вот так вот на отхильчике? Меня почему-то сомнения какие-то берут. Грома, что ли, вызывать? А вызовем ли? Успеем, точнее. Ну. Так, а теперь что, стрелка, что ли, опять вызывать нам? А-а. Фу, да что не так-то, а? Что не так? Все вроде бы работало до этого. До этого. Где мой стрелок? Вот он. Может быть, так вот сделать? Теперь добить его.
Да, ну что-то как-то не складывается у меня пазлик-то. К сожалению. Так, погнали. Так, танк. Нет, сначала Эза, потом танка. Так должно быть, по идее. После вызываем грома. Хиляемся здесь по полной программе. Вот так, может быть, у нас должно было быть. Вызываем еще танка. Так, есть пламя. Бросай, 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 бросай. Здесь, естественно, захиливаемся. Так, ну, вроде бы вот что-то типа того, наверное, у нас должно было получиться. Не совсем уверен. Но надеюсь, что так. У нас есть отхил. Так, минус гром. Ты гляди, что творит, а? Допустим. Так, шаманку, шаманку, шаманку эту надо наказывать. Наказывать шаманку. Так, пламя есть? Ну, ё-моё, ну... Стрелок. Стрелок нужен. Ты сейчас, блин, издеваешься надо мной? Хмырь ты болотный, а? Ты посмотри, что. Дорвался. Ну давай ты уже, блин, трави его. Я не знаю, что тут еще можно сделать. Все пошло через одно место, блин. Хил. Пламя. Не дает мне. Вот не дает он мне в данный момент. Да чтоб тебе разорвало, а? Ну как так-то? Ну, ребят, ну как вот так вот может быть? Ну ведь промял практически. Все сделал, и на тебе, блин. Грома, да, значит, вызываем с тобой. Не стрелка вначале вызываем, а именно грома. После того, как вызываем грома, начинаем уже здесь заниматься хилом. Вот так вот, да, получается? Или не так у нас, блин, получается? Отравили. Минус... Ну давай ты, на я только не беги, пожалуйста, плиз. Все. Дальше, вызываем стрелка. Пускай он там яд тратит, или что там у него будет, я не знаю. Здесь ставим хил. Ну, вроде в зомби-то этих ты чем сделаешь? Стоит там, лыбится, блин. Все. Трэш, ребят. Это просто жесть какая-то. Ну, согласись. Ванум мстительный. Ну вот, наконец-то мы с тобой получили 11 уровень.
Так, 170-я миссия. Давай посмотрим, что здесь. Слушай, они что, их зациклил, что ли, на одном и том же? Это те же самые. Абсолютно те же самые, которые были сейчас вот. Странно. Или они не поняли, что он мне слишком тяжело с этим бороться, и решили вот так вот сделать? Ну, допустим. Допустим, у нас есть с тобой пламя, да? Есть пламя, я жду, 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 жду. Вот таким вот образом. Давай, бросай бочку. Ай-яй-яй-яй-яй, мой этот малышок попал под удар, друзья мои. Не совсем удачно получилось. Не совсем на этот раз. Пламя. Ну, пламя. Ну, пламя больше наносит урона, чем молния. Поверь, поэтому я ее и оставил здесь. Погнали. Блин, доли секунды, уже все, ребята. Задержка есть. Считай, фейл. Ну, так, грубо говоря. Значит, что теперь сделаем отхил. Вот так, по-моему, да, мы делали с тобой в прошлый раз. Будешь бросать? Давай, 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 давай. Вместе? Вместе. Только не надо сейчас бросать. Блин, а в тот раз он, по-моему, не попадал. Стрелок теперь мне нужен. Он яд потратил, ведь так? Точно, ребята, он яд потратил. Поэтому стрелок будем. Сейчас двоих, блин, двоих. Вот ты прикинь, одним просто ударом двоих ушатал. Залечивай, залечивай раны. Так, сейчас если мы с тобой вызовем грома, это будет вообще шикарно для нас. Только бы он не применил сюда яд, это будет бобо. А он его применяет. Всех, всех практически мне разнес, а? Че, стрелка надо вызывать, я так понимаю? Или что, или как тут? Вот, вот как сейчас тут сделаешь? Этот сейчас бросит свою парашу. Не выходит. Блин. Я уже просто весь как на иголках, а? Просто как на иголках. Все одно и то же. Абсолютно одно и то же, ребята. И... Погнали. Раз, два. Значит, дальше вызываем с тобой грома. Грома. После грома мы с тобой вызываем... А что мы вызываем? Молния! Почему, блин? Давай так вот сделаем нафиг. Уйди, хлыщ, отсюда, мелкий. Здесь мы с тобой залечиваем раны. Ну то почему этот дурачок бежит? Именно тогда, когда не нужно, а? Почему он бежит? Я его, блин, не просил туда бежать. Он ломится, блин. А когда стрелка-то я вызываю? Я же должен стрелка был вызвать. Ну, так. Дальше-то что, стрелка вызываем? Или что я делаю? Я уже не помню. Тьфу ты. Теперь вообще не то, что нужно сделать. Блин, я же в дом... Когда вызываем стрелка? Ну, после грома, это понятное дело, да? После грома. Вначале вызываем грома, потом, по-моему, ставим отхил, если я не ошибаюсь. Ну, теперь мы типа один на один с ним, да? Здесь... Вжигаем. Ну, стрельни ты, блин. Ай-яй-яй-яй-яй, гром попал, а я его не захилял. Это была моя большущая, огромная ошибка. Хотя, знаете, что я сейчас сделаю? Вот сейчас я вызову стрелка.
Вот именно сейчас он здесь должен хорошо зайти. Только мне нужно танка. Не танка, а прикрывать. Что он там? Каракатицу свою позвал, да? Смотри, смотри, смотри. Смотри, что творит. Тьфу ты. Ну и все, приплыли мы, ребята. Получается. Да, приплыли. Ладно, ребятушки, я, пожалуй, закончу эту серию. Даже не закончу, а просто остановлюсь. Мне нужно уже бежать на работу. Завтра приду, и мы допройдем с тобой эту противную 170-ю миссию. Так что не прощаюсь. Всем привет, дорогие друзья. Мы по-прежнему проходим Summoner Storm, 170-я миссия. Давай пыхтеть. Так, мне поменять не дадут? Да ладно, серьезно что ли? Сменили противника, ё-моё. Так, здесь у него Грутта. Так, молния есть, травница. Значит, мне, скорее всего, здесь не поможет стрелок, да? Или поможет? Давай проверим. Я знаю, что он будет применять молнию, скорее всего. Мне, наверное, надо было взять пиратку тогда сюда. От нее, наверное, было бы больше здесь толку. Сейчас проверим, как тут все выйдет. Так, здесь, наверное, сделаем отравление. А здесь отхил. Ага, он вызвал грома. Мы с тобой тоже вызовем грома. Молнию, молнию, молнию влепил, а? Так, стоп. Давай, 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 давай. Шикарно. Так, они отравлены. Бубух. Так, кто это там у него? Ага, травница. Колдует. Слушай, мне кажется, мы его сейчас тут просто раздавим. Как тебе? Не кажется так? Я еще яд сюда плесну. И грому крышка. Ну и, соответственно, Моргану тоже. Я сейчас еще и стрелка позову. На. И Кейси сейчас мы добьем с тобой. Все. Да, друзья мои, здесь намного было проще мне, чем в тот раз. И зарабатываем с тобой сундук. Так, ну это понятно, опыт. А здесь квек. Так, нет уж. Мы не будем с тобой начинать прохождение, потому что мне нужно закончить 100 серий. Ну что, друзья мои, на этом будем закругляться. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть в эту игру. Так что удачи и до скорого.